Чудесный день представляет. Я скоро вернусь. Кажется, я нашла подходящий дом. Но этот дом занят. Что? Это ты мне сказала? Теперь этот дом свободен. Вот это удача! У меня сегодня будет десерт! Ой! Змея, это вообще-то мое гнездо. Было твое, стало мое. Лети отсюда, птеродактиль, пока не укусила. А где мое яйцо? Я его выбросила вниз. Как? Как ты могла? Оно же могло разбиться. Куда дел яйцо? А ну отдавай! Получай! Получай! Вот тебе! Вот тебе! Верни яйцо! Эй, птеродактиль! Хватит меня клевать уже! Куда дел яйцо? Отвечай! Если ты его съел... Да не трогал я его! Я стоял себе под деревом! Никому не мешал! И тут вдруг сверху на голову упало яйцо! И я упал! Потерял сознание! И только я очнулся, ты на меня накинулся и стал клевать! Тоже его тогда забрал? Ну и денек у меня сегодня выдался! Ох, как голова болит! Смотри, какое он яйцо тащит. Зачем ему одному такое большое? Согласен. Думаю, для нас оно больше подходит. Куда это ты наше яйцо тащишь? Почему это оно ваше? Я его нашел. Мы решили, что для тебя оно слишком большое. А вот и нет. А ну отдай. Яйцо! Без присмотра! А рядом еще и молодежь дерется! Раздавят же! Давай его отнесем в надежное место! Все! А где яйцо? Может, укатилось куда-то?
Как оно могло укатиться само? Думай, что говоришь. Пока мы дрались, его кто-то забрал. Так значит, это вы украли мое яйцо? Это он? Я его не крал. Оно просто лежало на земле. Ну, я и взял. И где же оно? Я не знаю. Эти двое хотели у меня его отнять. И пока мы дрались, яйцо пропало. Ну вот, я был так близок. С вами я позже разберусь. Пусть пока здесь полежит, рядом с моим. Но надо срочно найти, чье это яйцо. Ты чего потерял, птеродактиль? У меня яйцо украли. Вы не видели? Мы нашли одно яйцо недалеко отсюда. Посмотри, твое. Но их здесь два. Это мое. Тогда забирай. А можно оно немного у вас полежит? А то мое гнездо заняла кобра. Мне нужно ее оттуда выгнать. А с вами оно в безопасности? Конечно, мы за ним присмотрим. Лети, освобождай свой дом. Привет, подруга! Пошли поохотимся! Я не могу! Видишь, какой у меня дом новый! Мне надо охранять его, чтобы никто не занял! Как знаешь! Как же есть хочется! Я так от голода умру! Что же мне делать? Ну, давай же, кобра, вылезай. Ладно, пойду быстренько поймаю мышку и вернусь. Отпусти меня! Отпусти, говорю! Как скажешь, только вниз посмотри! Ой-ой, не отпускай меня, птеродактиль! Ну как, нравится тебе летать, кобра? Нет, совсем не нравится! Опусти меня на землю, пожалуйста! Опущу, если пообещаешь, что больше никогда и близко не подползешь к моему дому. Обещаю, обещаю, только отпусти! Спасибо. О, земля. Так, дом освободил. Теперь лечу за яйцом. Я готов забрать яйцо. А почему оно только одно? Птеродактиль! Птеродактиль! Очнись! Все в порядке с твоим яйцом. Но где оно? Его больше нет. Вы его съели! Ты что? Просто из него вылупился малыш, пока ты свой дом спасал. Малыш, а где же он?
О, мой малыш! Забирай его скорей! Он такой вертлявый! И все время хочет улететь! Ох, и намучилась я с ним! Полетели, мой хороший, домой! Спасибо, что присмотрели за ним! А вот и наш дом! Залезай скорей! До встречи, ребята! Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.